Ребята, всем привет! А мы продолжаем играть в игру, которая называется Gas Station Simulator, потому что это, собственно, симулятор заправки. Полный мусор, два штуки мне показывает. Наверное, это вот этот имеется в виду. Нужен мешок. Нужен мешок и нужен мешок здесь, да? Все правильно. Сейчас хорошо, освободим, без проблем. Мне тут надо с прошлой серии кредит у дядьки, дядьке точнее, выплатить кредит, потому что оказывается, что он помогал мне не безвозмездно, то есть даром, а помогал мне за деньги. Чего, клиенту топливо? Ну? Awesome. Да я знаю, я вообще молодец. Я молодец. Так, мне нужно 5000, а как мне 5000 заработать? Оставшееся время 2 минуты. Мне за 2 минуты надо 5000? Кредит. Выплатить долг. Класс. Но я же не успею. Зачем я ему все деньги отдала? Это было глупо. Это было как минимум глупо. А почему здесь еще вон что-то осталось? Мешок. Рука. Мешок. Так, кто-то приехал. Не сигналь, пожалуйста. Отлично. Ты куда, дядь? Так, я себе окна все отбила, да? Все норм, типа, тут. Мусор тут лежит, ну пусть лежит. Так, пол я здесь помыла вроде. А что, как мне? А как мне заплатить? Там вот время идет. И типа что? Что мне нужно сделать? Мне нужно торговать собой или что? Я же не успею выплатить это в срок. Открыть инструменты. Ну давайте машины взламывать, я не знаю. Тут особо нет машин, которые можно взломать. Клиентские разве что, но у меня даже клиентов нет. У меня ничего нет. Вот эта машина, которая тут стояла, я, по-моему, ее и взломала. А, ее нельзя открыть, тем более. А, это Руди. Ну, короче, я не знаю, мафия приедет, что ли, и меня покарает? Я отдала все с дуру. Мне теперь не на что покупать ни топливо, блин, ни вообще. Что бы то ни было. Заходите, заправка. Низкие цены, no smoking, stop motor. Что там у меня? Видео идет. Видео идет, а денег нет. А как бы мне заработать? Время вышло, не расстраивайся, все равно у тебя его было не так уж и много. В смысле? Так что, все что ли? Мужчина! Ай, прям по лицу! Да я ж отдала 5500 рублей! За что? Получено достижение. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Так, это что такое? Это пленка старая, типа, подсказывает нам, что время происходит в прошлом. Скорее всего, это мой дядька когда-то тоже сюда приезжал. Вот на такого точили. Фига тут мафия. Надеюсь, там музыка не палевная. Очень надеюсь, потому что если вдруг, вы ничего не услышите. Это дядька мой? Он очень молод для дядьки. Wake up, Sam. You've got a gas station to run. Говорит, вставай, у тебя тут вообще-то заправка простаивает. Получен достижение, дядька. Ну и родственнички, ну капец. Встаньте, ответьте на звонок. Hey, чего тебе надо? Привет, племянник. Снова на ногах. Надеюсь, твоя голова больше не кружится. Спасибо, что взял трубку, нам нужно поговорить.
Произошла ошибка, серьезная ошибка. Вы можете быть спокойны, зная, что я позабочусь о том, чтобы ответственные лица понесли должное возмездие за случившееся. Срок вашего инвестиционного кредита был слишком коротким для такой суммы. Это был плохой, это просто плохой бизнес, а я не принимаю плохих деловых решений. Давайте на время забудем об этом провале. В знак извинения, пожалуйста, примите этот небольшой подарок. Он поможет с вашей следующей доставкой, безо всяких условий. Однако, чтобы получить его, вам придется каким-то образом возобновить работу склада. Ты решительный парень, ты разрулишь это. Чё, ничего не поняла. Взять кредит, теперь можно на компьютер, деньги по кредиту. А, мне вернули 500 баксов, вот эти, которые я отдала. Ага, все ясно. Выполните все задания, чтобы получить возможность модернизировать АЗС. Подсказка. Модернизация осуществляется из меню станции, доступного через главный экран. Наружный декор куплено снаружи. Давай. Маленький столик. Ладно. И стулик. Так, что еще можешь купить? Лавка. Информационная доска. Так, главное сейчас сильно не... Давайте вот достаточно. Там надо было одну купить. Нам, мне в принципе хватит. Мне хватит, пока я потом докуплю еще. Так, не здесь. Вот здесь. Ну, выглядит прилично. Дядь, ты куда идешь? Ты что-то покупать будешь? Дядя. Я тут стою, да, вот стою, пожалуйста. Ты в карман-то не клади, это надо оплатить вообще-то. Здравствуйте, здравствуйте, да-да-да. Много ты набираешь, дядь. Долгая дорога у тебя? Чаевые? Ух ты, а это твой брат, что ли? Только в темных очках я вижу. Чипсончики. Кола. Печеньки. Чипсончики. Что-то выпало, по-моему. Нет, не выпало. Так, у меня от клиент. Клиент, опять копы приехали заправляться. Любят они мою заправочку. Да-да-да-да-да. Новое письмо. Давайте просто промотаем. Так, обновление. Та-та-та-та-та. Графики по вас хорошая прибыль. Откроешь нужную вкладку, сможешь заказать строительные работы, чтобы быстро модернизировать один из существующих объектов. Где? Ладно. Да-да-да-да-да. Да-да-да. Погнали. Чуть-чуть промахнулась. А там надо еще протирать, мне говорили. Супер! Протирать, мне говорили, надо эту штучку, а то она грязнится. Грязнится. Откройте вкладку ПЦ главное, затем нажмите больше на закладке Gas Station. А, вижу. Все, я купила. Опа! У меня добавился второй подъезд. Station Level 2. Окей. Найдите способ проникнуть на склад и открыть его ворота. Это что за ключи? Я нашла ключи. А это что такое? Это мне новый мусор добавился, что ли? Реально новый мусор. Ну, стол, выходи. Стол, пожалуйста. Не, он не хочет. О! Отлично. Зачем мне это все? Зачем мне этот мусор? Я за него вообще получаю деньги за то, что я утилизирую это все. Ну, разбитый телек мне точно не нужен. Клиенту топливо, клиенту касса. Бегу, бегу, бегу. Так.
Так, а как РМБ? Та-т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 а. Смотрите, какая хорошая, чудесная, чистая главная лента. Да-да-да, я знаю, я отлично справляюсь. Да, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Куда вам немножко заправить? Ага. Вы что, пришли? Стоите тут. Не вышло. Ну, подожди. Сдается мне. Да-да-да. Да, мадам, давайте. Я уже практически как кассир заправский. Да-да-да. Сейчас чуть-чуть приберемся, да пойдем дальше все выполнять. Газетка. Газетку, наверное, можно было бы и в мусорку кинуть. Опять нос зачесался. Да ну что ты будешь делать? Надо вызвать мусор. Ну, это, наверное, мелкий мусор, это надо было этим собирать. Мешком. Так. Штука для инструментов. Это ладно, пусть висит. Так, и еще один матрас. Ага, отлично. Висит как надо. Так, мне нужен вывоз мусора. Доставка. Вывоз мусора. Заказ. Так, проникнуть надо на склад. Пойдемте проникать. Так, там есть рычаг. Клиенту топливо. Сейчас. Подожди, сначала клиент. Сначала клиент, потом все остальное. Надо ж покрасить еще все, да? Уровень топлива низкий. Сейчас закажу. Сейчас закажу, давайте. Доставка топлива. 200. Да, хорошо. Блин, как много на топливо денег идет. Вообще прям очень сильно дорого. Дорого все это. Так, вы ко мне? Это мусор, нет? Газетки какие-то. Да, реально мусор. А как это, подожди, как это взять? Почему он не берется? Наверное, нет. Наверное, не мусор. Так, ой, я капслок случайно включила. Капслок включила. Ну, подожди. Сейчас, 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 не расходитесь. Ага. Там кто-то стоит? А, я думаю, это ноги. Это у стула ноги. Да-да-да, вижу очередь, да, да, да. Давайте, что там у вас? Это все? До свидания. До свидания, всего доброго, приходите еще. Так, у вас что? Так, что там у нас? Ага, приехала. Ну ты можешь не орать. Тут мужчина мусор собирает. А это ты не хочешь все забрать? Это тоже мусор, между прочим. Ладно, в следующий раз. Так, Маск, да? Маск приехал. Хорошо. Подкачиваем топливо. Чего ты сигналишь? Тут, видишь, кибертрак приехал. Чё ты смотришь на меня? Ты глянь, какой довольный. А я могу тебе взломать этот самый?
Извините, я тут ломаю человеку. Ну ладно, все, уже не успела теперь. Какие все нетерпеливые. Да, мадам, сколько вам? О, невыносимо. Так, проникнуть на склад. Может, через второй этаж проникнуть на склад, нет? А просто что-нибудь как-нибудь взломать. А что я кидаю? Может, перелезть по сену? Но это явно с другой стороны. А, вот дверь. А! Реально дверь. Будь осторожен, держите ворота вашего склада закрытыми. Опа, щиток из фазмы. Иначе кто-то может вас обокрасть. Все, закрываю тогда. Уберите сток сена, чтобы склад снова заработал. Какой сток сена? Вот эти все стоги? Я поняла, да. Кто-то может обокрасть. Так, клиенту касса 2 штука. Подожди, клиенту касса, не до тебя сейчас. А, здесь тоже есть, смотри, мусорка своя. Ну ничего страшного, можно пожертвовать парой клиентов, пусть они уйдут куда-нибудь. Останутся без своих чипсиков. Ничего страшного. Нифига себе, медведь. Это тоже все мое? Я этим могу распоряжаться? Ага. Задание выполнено. Восстановите склад с главной складки. Главная складка. Так, закрыть склад. Дверь тоже закрывай, нас могут обокрасть. Бежим, клиенту кассы, клиенту топлива. Вижу, 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 вижу. Здравствуйте, господин полицейский. У нас все нормально. Продаем чипсики. Да? Воу, ты голый. Ладно, ну всякие бывают посетители, мы всех обслуживаем. Без маек тоже. Ты, мать, ты чё тут понакупала-то? Да, господин полицейский, вам чего? Хотите, мы вам даже протрем тут немножечко, протрем, чтобы все было... Я скинула что-то вам, да? Я все испортила. Да, ну ладно, ну немножко скинула, зато я протерла чистенько, теперь аккуратненько у тебя. Так, вам. Awesome, да, я знаю. Новое письмо у меня. Склад восстановить 50 долларов. Уровень склада повышен. Уровень склада 1. Так, дальше что? Письмо. Письмо, письмо, письмо. Пора сделать первую покупку, малыш. В прошлый раз я достал для тебя товар, теперь ты сам выбираешь, что продавать. Обязательно перепроверь цену. Для себя ты хочешь продавать по стабильной цене, но поставщиков это редко волнует. Покупай тогда, когда она точно будет самой низкой. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Прежде чем заказать товар, ты должен убедиться, что у тебя есть место для его демонстрации. Всегда следи за тем, чтобы купить нужное количество и тип полок. Чтобы заказать товар, та-та-та-та-та, доставка не приходит мгновенно. Закончишь с распаковкой. Не повреди спину. Опа. Если у вас на полках стоят товары нескольких разных марок, покупатели купят больше. Цены меняются каждый день в полночь. Зеленые стрелки указывают на выгодную цену. Та-та-та-та-та-та-та. Хорошо. Уровень 1. А у меня уровень 2. У меня есть алкоголь, у меня есть сигареты, у меня есть мороженое. Но для них точно нужны какие-то стеллажи, да? Особенные.
Мороженое. Малый стенд для мороженого 229 баксов, а у меня 381. А для сигарет сколько? 139, а для алкоголя 169. Давайте для сигарет купим малый стенд. Мне кажется, сигареты выгодная вообще... Выгодный товар. Так, это что, вешать надо, да? Тобако. Я теперь здесь не могу ходить. Это нормально? Наверное, не очень. Наверное, не очень. Давайте вот здесь тогда повесим. Мне тогда нужно заказать. Заказать нужно товары. Сигареты. Добавить в корзину. Вот этих и, например, вот этих. Ну и вот этих. Все, нормалек. 137 долларов. Ну, что поделаешь? Что поделаешь, сигареты нынче дороги. Так, а ты что тут стоишь? Встань к стене, не мешайся. Клиенту топливо, да? Да. Офицер, здравствуйте. Ну, видишь, как хорошо. Это то, что ты хотел. Так, да, мадам, я тут. Чего извольте? Кефирчик. Кефирчик. Так, мусорка. Что у нас тут еще? Грязненько, да? Надо прибраться. Надо прибраться. Давай, приберемся. Я не поняла, как красить в прошлый раз. Что-то я красила. У меня что-то не то, чтобы прям очень хорошо получилось. Если честно. Ну, давайте попробуем. Блин, тут люди идут прям сплошняком. Может мне закрыть заправку? Наверное, не надо. Водичка, кстати, у нас заканчивается. Давайте еще напитков закажем. Вот этих, которые по дешевой цене. Стоимость заказа. Заказ невозможен, доставка в пути. А, ясно. Ну ладно, подождем тогда, пока сигаретки нам привезут. Так, это что такое? Это кто тут ссорит, а? Только что подметала, ну. Доставка, ага, ворота склада, иду. Бегу, мучусь. Тихо, сейчас открою. О, господи. Так. Теперь что? Открываю. Беру. Дождитесь прибытия грузовика, затем разгрузить всю продукцию на склад. А, да? Все хорошо. Так, все, до свидания, ты уезжаешь? Тебе открыть дверь или ты сам? Пополнять полки продукции. Ясно, понятно. И шкафчики, кстати, с фазмофобией. Юнити. Что с него взять? Угу. Пополнять полки. Да, хорошо, сейчас пополним. А у меня здесь нет товаров. Place 5. Place 5. Ладно, place all давай. Нормально. Сигаретки сейчас пойдут. Ага, и вам того же, сэр. Мне нужно... У меня не так много денег, но я бы заказала бы напитков. Так, товары, напитки. Вот это вот то, что дешевенькое. И закуски давай тоже то, что дешевенькое. Сколько там? 239, у меня столько нету. Тогда минус попкорн. 179 подойдет. Да? Ой, извините, я прыгнула случайно вместо того, чтобы вам что-нибудь продать. Прошу простить великодушно. Сигаретки нормально. Возьми трубку. Дядька звонит. Ой, сейчас что-то опять начнет говорить. Что-то про деньги.
что-то я недоплатила, потом меня изобьют, потом скажут, я случайно, извини. Я вижу, что усердно работаешь над тем, чтобы твоя станция словно работала, парень. Хорошо, хорошо. Я бы не хотел, чтобы было иначе. Я просто хотел напомнить тебе, что не только я оцениваю твою работу. Конечно, твой дядя лучше знает, как вести бизнес и хочет видеть твое процветание, но мое одобрение — это только мое одобрение. Настоящее одобрение, за которым тебе нужно следить, это одобрение, которое дают тебе твои клиенты. Если обман будет раскрыт, ты можешь даже раздавать египетские бриллианты, и никто и глазом не моргнет. Держи клиентов счастливыми. Слышишь? Ши на конце. Популярность. Собирайте положительные отзывы клиентов, чтобы повысить уровень популярности вашей станции. Повышение популярности увеличивает трафик вокруг вашей станции, что увеличит количество клиентов. Ну, все понятно, да. Вести себя хорошо. Ой, туалет можно открыть? Найс! Окей! Оборудование, прочее. Это парковое место. Да? Парковое место. Туалет. Ага, туалет 50. Да, покупила. Не покупила, недостаточно денег. Покуплю попозже. Покуплю. Так, доставка. Да, приехали, хорошо. Хорошо, сейчас мы немножечко тут продадим всяких снеков, сигареток, вот этого всего. Немножко подзаработаем и, конечно же, купим себе... Откроем туалет у себя на заправке. Все, а, не все еще, извините. Что-то они как-то перемещаются. Все. Давай, вали, 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 вали. Быстрей, пожалуйста, мне надо закрыть за тобой дверь. У меня клиент приехал. Ага. Так. Сейчас откроем. Как без туалета на заправке? Так, да. Куда вам? Спасибо. И вам того же. Так, прочее. Сюда. Туалет купить. Отлично. Пойдемте. Не мешаю вам, нет? Так, place all. Смотри, сколько у меня всего. Очисти туалет при помощи веника. Ой, блин, да, конечно. Нифига себе я кинула. А это плохо кинула. Так. Ага. Фу, это еще что такое? Хвост лисы? Так. А у меня что, веник есть? У меня нет веника, у меня же метла. Да, я знаю, что нужно убираться. Все, я это прекрасно знаю. Вот, пожалуйста. Могу и стены вот немножко помыть, если надо. Так, рука. А сюда можно пройти? Нет, нельзя. Ладно, хорошо. А я деньги за это беру вообще, нет? О, ₹50, нормально. Вполне себе. Чё там за почта? Одобрение, популярность. Ну, это мы уже поняли. Надо быть милым. Людям это нравится. Все, кто приходят... Так, я вижу там господа полицейские. Хотят заправиться немножечко. Ну, давайте мы их уважим. Так, мне надо научиться красить стены. И покрасить мою замечательную заправочку. Валик. О, у меня цвета новые появились. Может, нам в оранжевый долбануть? Или будет прям кич? В принципе, меня вот этот коричневый устраивал.
Как это сделать? Вам что-то продать, мадемуазель? Подожди, стой, 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 я сейчас... Ну подожди, я же не взяла, я хотела тебе... Ну... Ладно. Я почти поняла, как красить. Сейчас. Я почти поняла, как красить. Выбрать цвет. А! Надо нажимать на кнопочку. Все. Ну, почти как House Flipper. Ай! В целом-то ничего. Так, мне... Люди пришли. Люди пришли, сейчас будем их обслуживать. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай! 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 Так, клиент у кассы. Это... Стой, это капслок. Взять в руку. Так, да, добрый вечер. Погнали. Табачок, я смотрю, пользуется спросом. Awesome. Awesome. Так, вам, господин полицейский, чего? Так, у нас следующее задание — повысить рейтинг популярности станции на 1. Чем выше уровень популярности, тем выше, тем больше клиентов. Ага. А, вот эти тоже штуки надо красить, да? Эти штуки тоже надо красить. Вот так, да? Left shift. В какой бы нам, может, нам их в темный, в темно-коричневый выкрасить? Красиво будет, интересно, или нет? Мне кажется, норм. Так. Наводим красоту, так сказать. Так, здесь я немножечко это самое. Сейчас, подожди. Нет. Ну, подожди. Ну. Дурацко. Почему вот это нельзя все повытирать? Песок вот этот весь. Так, цвет. Вот такой. Не, ну красить здесь тяжеловато. Это вообще самое челленджовое здесь занятие. Так, цвет. Нет, валик, цвет темно-коричневый. Ага. Все, отлично. Ладно, мы, короче, наверное, закончим сегодня. Ладно, сейчас обслужим клиентов и закончим. Играть в эту игру, конечно, можно вечно. Да-да-да. Кто там сигналит? Эй-эй-эй, ты не подвисай. Очень круто, конечно, меня выкинуло прямо на этом моменте. Но я и так собиралась уже заканчивать. И игра такая говорит, все, говорит, выходи. Выходи, нечего тебе тут больше играть. В общем, закончим здесь. Я надеюсь, там была сохранялочка. Потому что красить заново стену я, в общем-то, не выдержу. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.